16 февраля во Дворце искусств премьера состоялся показ спектакля «Время крестное», посвященного святому благоверному князю Александру Невскому. Это совместный проект отдела религиозного образования Екатеринодарской епархии и Краснодарского института культуры. Перед началом спектакля к зрителям и участникам с приветственным словом обратился руководитель епархиального отдела религиозного образования протоиерей Александр Игнатов, в котором отметил важность мероприятия, рассказал об авторе драмы «Время крестное» кубанском священнике протоиерее Александре Клементьеве, о его непростом жизненном пути и о его любви к Богу. Какую жизнь прожил автор, что хотел передать? И немаловажно то, что смогли передать молодые ребята, которые поставили и сегодня покажут, на мой взгляд, замечательную работу под названием «Время крестное». Спектакль поставлен режиссерской группой института, а все роли в постановке исполнили студенты вуза. В основу спектакля был положен период жизни и подвиги святого князя, начиная от Невской битвы до принятия схимы и христианской кончины. Молодые актеры постарались проникновенно рассказать зрителям о подвиге героя, напомнить о великих делах и победах святого Александра Невского. Напомнить о великих делах и победах святого князя Александра Невского. Хочу выразить огромную благодарность от лица всех сотрудников исторического парка за такую уникальную возможность посещения спектакля, посвященного жизни святого благоверного князя Александра Невского. От себя хочу дополнить, что спектакль является еще одним из способов донесения до нашей молодежи, до современного поколения всех деяний святого князя. Прежде всего была поражена текстом, параллель с Пушкиным, параллель вот с литературой, с классической литературой этого времени, она просматривается. И очень приятно осознавать, что, ну, в общем, это наш современник. Мне очень понравилось представление, очень прекрасный спектакль. Также очень замечательно, что в нем участвуют непосредственно студенты от 1 до 4 курса. Они проникаются верным направлением, веру нашу познают, христианскую, историю показывают, через себя это все проносят. Мне очень понравилось, как эффектно это смотрится. Игра актеров, конечно же, и очень красивые костюмы. Просто шедевр. Хотелось бы сказать браво артистам, которые представляли нам этот спектакль. Соответственно, узнать Александра Невского с театральной точки зрения намного интереснее, потому что история – это уже у каждого свое видение той ситуации, когда все это прописано в истории, а когда это играет несколько членов команды, труппы, соответственно, это… Я еще не отошел, честно говоря, от всего этого, чтобы как-то мыслить о происходящем. Просто я сейчас в восторге от всего того, что сейчас произошло. Очень сильно понравилось. Я Клементьев Константин Алексеевич, внук протоиерея Александра Клементьева. И, конечно же, этот спектакль, он для меня очень многое значит. Вы знаете, я сейчас разговариваю, объясняю, немного волнуюсь. И после спектакля душа настолько легко себя чувствует, что хочется делать только добрые дела. И помнить о том, что на свете мы не просто так ходим и живем, а что каждый человек обязан и должен делать добро. Знаете, было отрадно и радостно видеть полный зал молодежи, молодых людей. Ребята, которые ставили этот спектакль, сценаристы, режиссеры этого спектакля замечательно смогли передать вот тот накал, тревожность эпохи жизни дорогого князя. На лучшем комментарием к этому спектаклю будет, что после концерта зал аплодировал стоя, и актеры получили бурную овацию.